Итак, давайте доделать бычару. Вот такой капитан Богу. Так. Давайте сделаем сначала вот эту вот плашку, что это Богу. Как будем делать? The плагины. Находим текст 3D. Новый текст. Переключаемся. Так, пишем Богу. Богу. Enter. Высвечиваются буквы. Уменьшаем. Так, теперь что делаем? Заходим в геометрии, находим кризы, ставим кризы и делаем DynaMesh. Так, DynaMesh чуть побольше, наверное. Опа, на. Не то делаю. Ctrl-Z. Ctrl-Z. N-панель. Находим эти буквы. А, кстати, да, тоже. Делаем, значит, опять кризы. Кризы ставятся, это вот усиливаются вот эти ребра. Вы видите, какая сетка тут. Вот ее нужно переделать. Теперь мы делаем DynaMesh. И делаем DynaMesh. Многовато. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Чуть-чуть на 300 сделаем. И ждем. Так, 398 многовато. А если на 128? О, пойдет. 66 тысяч полигонов. Пойдет. Теперь включаем именно MOV. Уменьшаем. Вот так вот поднимаем кверху. Это все сделано. Теперь делаем потолще все это дело. И добавляем append. Добавляем, значит, куб. N. Переключаемся на куб. Поднимаем куб кверху. Так, теперь его уплотняем. Потоньше делаем. Так. И теперь его уже делаем. Вот так вот. Поднимаем, уводим за буквы. Делаем еще потоньше. Толстая она нам не пригодится. Вот такая штукенция получается. Значит, чуть-чуть расширяем ее. Вот так. И можно, в принципе, так и оставить. Теперь делаем вот этому кубу DynaMesh. Так, чуть-чуть побольше прибавим. Да что ж у меня полигонаж слишком много прет. Вот, 52 тысячи. И теперь вот это все дело объединяем. Так, делаем надпись и делаем merge down. С плашкой все это дело. Так, cancel. Давайте сначала все пораскрасим, наверное. Так, вот эти пока надписи скроем. Выбираем N, выбираем быка. Скрываем все вот эти вот саптулы, пардон. И давайте его покрасим. Так. Еще что можно сделать? Давайте нанесем ему шерсть. Так, альфа. Подгружаем импорт альфа. Альфу выбираем шерсть. Ставим drag rec. И вот сюда вот попробуем где-нибудь. Попробуем ее нанести. Давайте на скулы. Вот на шею немножко. Вот. Так вот, во. Красавчик. Ну, а теперь тут сюда побольше, сюда. Вот так это все дело понанесем. Так, здесь тоже нанесем. На спину будем наносить
Давайте снизу. Вот так вот с ягодиц. Раз. Вот так как-то. Здесь поменьше на шее. Так, Ctrl-Z. Что у нас тут на плечах? Так, на плечи. И на руки уже поменьше, вот так вот слегка наносим. Вот так вот. Так, здесь вот тоже по бокам. На животе не надо, а вот именно на ноги. Так, кое-где. Много тоже не надо, ну и здесь вот побольше. Так. Итак, бычара вот так теперь выглядит. Так, на голову чуть-чуть побольше. Во. Красавец. И давайте его покрасим теперь. Отключаем альфу, включаем теперь FlareHunt, вот этот. Текстура, импорт, подгружаем бычару, чтобы цвет откуда-то взять. Ну, таким вот образом. Так, теперь текстура, выбираем быка. И вот нам нужны вот эти вот рогатель цвет. Так, уменьшаем, прибавляем. Даже можно вот так сделать. Z, отключаем глаз. Так. Побольше делаем голову. Z, включаем глаз, прибавляем вот этот рисунок. Еще немножко его уменьшаем. Z, отключаем глаз. Так. И теперь вот таким вот образом Z прибавляем цвет. Переключаемся на RGB Z и вот это все красим. Вот так вот. Так, уши. Смотрим Shift Z. Материал ставим белый. И погнали теперь все это дело через клавишу C. Вот так все это дело красить. Так, здесь можно побольше. Вот так вот. Теперь C выбираем вот так вот. Вот так вот красим. И вот здесь вот C. Закрашиваем вот таким вот образом. Так. Теперь у нас выходит вот здесь коричневое. Здесь выходит у нас, по-моему, так. Не знаю, наверное, тоже коричневое. Вот так вот. Здесь выходит темно-синий. Вот этот пятак. Пока темно-синий, а сейчас разберемся. Так, вот здесь вот побольше его. Вот таким вот образом. Так, теперь вот эти С выбираем. Так, вот это С. И красим внутреннюю часть уха. Вот так. Так, здесь коричневая. Интенсивность чуть-чуть уменьшим. И вот так вот как бы. Подведем вот эти вот части. Так, еще немножко уменьшим. Побольше кисточку. И как бы вот рога притяним. Во.
Ну а теперь С и погнали вот это все дело, все тело красить. Так. Так, это дело есть. Ну, а теперь продолжаем с рогами работать. С. Вот так рога. Вот так вот уши. Так, Shift Z. Ага. Теперь выбираем белый цвет и на низкой вот этой интенсивности давайте вот эту губу сделаем. Так, теперь С и вот это все в коричневый цвет мало-мало закатаем. Теперь черный цвет у нас будет нос. Вот это все. А, не коричневый. Вот как бы, наверное, вот так вот. О. С. И вот так вот, ага. Под коричневый такой типа красноватый. Во. Во. Вот так будет нормально. Так, тут понемножку тоже. Чуть-чуть белым цветом все это дело оттеним. Где-то чуть-чуть темным. Вот здесь вот, где лоб идет и под глазами. И вот тут вот где-нибудь вот так. Во. Красавчик. Так, ну и копыта, копыта. Копыта будут черные. Так, интенсивность побольше. Так. И немножко белым цветом на низкой интенсивности вот этой. Чуть-чуть вот. Так, это многовато. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Еще интенсивность поменьше. О, вот так вот притяним. Теперь делаем С. И как бы вот, наверное, вот здесь вот. Вот где живот. Сделаем потемнее. Вот где ноги. Вот так вот. Здесь тоже притяним. Так, теперь у нас еще есть эти. Как их называют? Когти. Здесь уже интенсивность, конечно, побольше. И вот так вот все это дело. Будем закрашивать. Так. Так, ага. Теперь выбираем С, вот этот цвет темный.
И как бы ухи вот так вот тоже притяним. Во. Вот таким вот образом. Во. Под мышками чуть-чуть потемнее сделаем. Вот так вот. Во. И бока как бы. Ну, чтобы видно было, что здесь перепады идут именно вот этого тела. Так, ну и вот эти вот. Ну, в принципе, нормально. Так, теперь N включаем китель. И китель объединим именно с этими, как их, с карманами. Так, это кверху поднимаем. И вниз. И делаем merge down. Окей. Опа-на. И что я объединил? Твою ж дивизию. Так, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Ctrl-Shift-Z. Ладно. Потом закину тогда, раз ошибка вышла. Del hidden. Так, ладно. Ищем теперь карманы. Вот они, карманы. Тулы. И карманы опускаем в самый низ. Так, теперь N выбираем китель. И вот тоже вниз, чтобы не путаться. Так, теперь карманы. Опа, на. Вот карманы. Объединяем с Merge Down. Cancel. Понял. А. Все, объединяем вот эти два стула. Shift-Z. Находим именно цвет вот этого кителя. И теперь C. Красим китель в синий цвет. Есть такое дело. Теперь N находим майку. Майка у нас будет черная. Так. Так, майка есть. Выбираем теперь кисточку Move Topology. И нужно вот эту вот майку чуть-чуть вытянуть. Вот так. Во. Так. Потом нужно вот эти артефакты будет поубирать именно тело. Теперь выбираем N звезды. Выбираем звезды. Shift-Z. Z глаз уменьшаем. Теперь цветность уменьшаем. И попробуем вот так. Не понял. Shift-Z. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Что-то барахлит.
покраска сегодня. Так, и получается вот так вот прибавляем кисточку поменьше. Кисть стандарт и красим. Теперь С. Вот так, наверное. Так, звезды есть. Пуговицы темно-синие. Где-то вот такие. Это N. Находим пуговицы. И закрашиваем их. Теперь N находим глаза. Глаза красим белым. Z. А X ставим симметрию. И пробуем нарисовать теперь зрачок. Так, сначала мы это все, конечно, красим. Со всех сторон. Вот так вот, чтобы глаз был полностью закрашен. И теперь выбираем черный цвет. Так, кисточку чуть-чуть поменьше. Многовато, наверное. Так, у него коричневые глаза. Вот тебе здрасте. Так. А середина у нас выходит опять же черная. Во. Вот так нормально. И теперь N. Выбираем перса, выбираем Morph Topology и попробуем, давайте все это дело. Во. Вот так как-то сделать. Теперь что еще можно сделать? Вот это под глазами часть вот эту поднять. Во. Ну вот это теперь точно нормально. Ну а теперь С. Выбираем вот этот китель. Делаем N. Выбираем вот эти все финтиклюшки. Сейчас, где они? Вот они. Вот эти. Покрасим. Так, Ctrl-Z. И вот так их тоже закрашиваем. Вот так вот. Ну а теперь давайте будем делать ремень. Так, ремень у нас получается черный. Ремень у нас черный. Или, возможно, даже сероватый будет. Во. Не, все-таки черный. Так, теперь. Так, что у нас теперь? Подсумков пока нет. Подсумки я закинул. Так, и теперь что это такое у нас?
Ну, вот этот хлястик пусть будет серый. Ладно, чтобы он как-то выделялся, что ли. И замок пусть будет тоже серый. Вот так. Так. Теперь С, Н, бычара, и я не покрасил хвост. Так, хвост красим. Теперь С, черный цвет. Опа, а, хвост у нас отдельно. Я его еще не объединил. Пардоньте. Так, и теперь черный цвет. Это будет вот этот. Вот это шнопель вот этот. Так, что еще тут есть? Давайте надпись теперь объединим. Вот с этой плашкой. Делаем merge down. Окей. И делаем C. И красим ее вот в золотой цвет полностью. Так. Уменьшаем теперь гизмо. Вот так вот. И подставляем на грудину. Тенс. Вот так вот. Так, во, еще что? Вот эту часть ремня. Так, нормальная. Вот это нормально. Так, рога есть, это есть. Теперь мы волосы вот сделали на персонаже. Нужно вот это все дело. Так, давайте все это дело поскрываем немножко. Вот так вот. Вот так вот. Где-то шифтом. Так, в принципе, нормально. Получается C. И белым цветом еще пройдем вот здесь вот на морде. Вот так вот. Во. Вот так будет симпатичней. А тут дюжить прям черный. Так, что еще тут есть? Майка. Так. Это есть майка. Так, волос прячем немножко, чтобы он симпатично потом выглядел. Так, это вот так. Во. Это значит, он в майке. Это он одетый.
Ну, в принципе, все. Вот такая покраска персонажа. И вот столько у него сабтулов. Вот столько. Так, теперь Shift-X. Объединяется все. Так, ну а теперь развертки, и потом я закину все это в блендер, и там уже, когда кости буду это вставлять, покажу вам, как он выглядит. Все, всем пока, до свидания.